Как и утро обычного рабочего человека, мое утро начинается рано. Но оно могло начинаться бы позже, если бы я не снимал видео. Поэтому я просыпаюсь в 5:30, чтобы успеть привести себя в порядок, умыться, расчесаться, ну и идти в бой. Сейчас вы увидите в комнату, в которой все происходит. Здесь я снимаю видео, да-да, именно здесь. Сейчас вы можете видеть фон, который находится за моей спиной, монитор, наушники, 3 джойстика, микрофон, свет, освещение. Кстати, очень дешевая светодиодная лампа, стоит, по-моему, всего 700 рублей, и качество отличное, ну, качество света, конечно же. Мышка, клавиатура, в принципе, ничего необычного и сверхъестественного. Ну и, в принципе, главная героиня Соня. Sony PlayStation 3, 2, компьютер, ну и опять Соня. Теперь, наверное, в 5:40 можем начинать снимать видео. Главное проверить микрофон перед записью. Всем привет, дорогие друзья, с вами Леон, и мы продолжаем играть в Watch Dogs. Да, сейчас вы видели начало одной из серий. Буквально через 1.5 часа я записал 3 серии, нужно ее смонтировать. Монтирую я в Sony Vegas, первоначально обрезаю все края, накладываю конечную концовку, меняю размеры, делаю рамку для, естественно, видео, которое вы видите Енот ТВ каждый день. Ну и необходимо теперь приступить к созданию картинки. Меняем номер, название, ищем подходящую картинку Кенни. И в целом нужно нам ее вставить, замостить. И, можно сказать, картинка для видео у нас готова, картинка для серии. Дальше мы ищем подходящую музыку. В частности, можно искать на бесплатных сайтах, но иногда я использую ВКонтакте, где просто копирую музыку и все. Данную серию вы, возможно, увидите уже сегодня. Вот. Дальше необходимо все проверить и отправить видео на рендер. Так как серия очень длинная, где-то около часа, то рендерится она будет также час. Так как ровно 8 часов мне нужно быть уже на работе, то на работе уже через удаленный доступ я захожу на свой рабочий компьютер, имеется в виду на компьютер, на котором я снимаю видео, и в принципе дальше через телефон напрямую я загружаю видео на YouTube. То есть просто ставлю на загрузку, потому что загружается видео порядка получаса, возможно. И в целом я считаю, что это очень удобно. Я думаю, что если бы не было этих новых технологий у меня в распоряжении, да и никаких-то и не новых, просто все развивается, то я бы вряд ли смог выпускать столько видео и обеспечивать канал каждый день новыми видео. Благо я живу недалеко от работы, и в обед я настраиваю видео, название, теги, описание и время, когда оно выйдет. После работы, когда я прихожу домой, я делаю домашние дела, и в районе 8 часов вечера я сажусь снова за компьютер, чтобы навести порядок на канале, разобраться всем, ответить на все сообщения, принять все заявки друзья, ну а также пообщаться с нашими дорогими модераторами, которые трудятся над пабликом Енота Гробовщика. Ну вот и все. Я стараюсь лечь до полуночи. И так проходит мой день.